положим, готовы провести нас в центр связи. Такую возможность упускать нельзя, поэтому поможем, но аккуратно. Выполняйте. Конец связи. Всем слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Вы, мля, бараны драны, одну шмару поймать не можете! Одну, мля, целой бригадой! Она там уже дюжину пацанов завалила, значит! Ну так если будете и дальше сраками думать, она всех положит и на вышку заявится! Знаете, какие истории лохматые про эту ведьму рассказывают? Ну так если вы и дальше будете в том же духе выступать, они на нее и молиться начнут. Короче, мне реально похер, как вы ее возьмете. Хоть весь остров сожгите. Но если без нее вернетесь, я из вас всех баб сделаю, поняли? Чипинка. Всем отбой, барон сказал. Подожгла, сука, и больно как. Ты что творишь, вообще охерел, бурый? Шарить по углам. Да и подорваться тут как два пальца. Ну и вообще, все сработало уже походу. Ну, падла, ловушек натыкала. Спросим с твари этой за каждое. Что это у нас тут? Не вижу противника! Готовься, дядь! Теперь не упрыгался ты!
перестреляешь, папа! Мать твою! Ты, блядь, кто такой? Вот помощь мне пришел! Сейчас вас собак совсем быстро убивать будем! Где же барон? Почему ты пришел еще? Получай, шайтан! Перезарядка, прикройте! На, собака бешеный! Так! Весь собака добьем, чай пить будем! Все тихо, да? Никто нет уже! Сюда иди, да? Он враг, ты его убивал! Ты друг, думаю! Дверь Бекину! Ты стой, я лифт опущу! Ты Артём, да? Проходи. Кто убил Мунай-Бай, мой друг? Мунай-Байлер народ гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай-Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше, до войны, центр связи был. Мама работал офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо... Пока новый Мунай-собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет. Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Да война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил. Он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался.
Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я. Вниз теперь иди, потом налево, там проход есть, узко. Я здесь остался. За электричеством следить, чтобы не выключал. Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько жив буду. Thank you.
Внимание! Аварийная остановка системы вентиляции. Всем приготовить средства защиты и оставаться на местах. Ждать дальнейших указаний. Слышал, Артём? Thank you.
Лифт уже не нужен! Тот танк! Так что осталось отвезти их полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Мама говорил, его много чинил. И остальное тоже. Ты прав, Мэтт. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Вы очень везучий. Мунайбалер много поход ушел, почти весь. Если Орда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунайбалер... Это по-русски получается «нефтяники», пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой. Гюль, скажи, как получилось, что здесь заправляет этот барон? Мой народ сам выбирал свой судьба. Давай, Артём. Хорошей дороги. Да кажется, сами в рабство пошли. База, это Анна. Чёрт, я рядом с портом. Слежу за основной дорогой. Активность... Пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал. Привет, Анна. Отправляю твои координаты на спросить. Всем слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорить! Так, братва, перетер я по радио с пацаном этих гастролеров поезда. И вот даже не знаю, что и сказать. Короче, пахан этот... Настоящий полковник. Ага. И прикатил он сюда не просто так, а по важному заданию верховного командования. Что за задание, правда, не колется. С фондом секретное оно. Но, мужики, если думаете, что это все, то хрен там плавал. Знаете, откуда это полковник пожаловал? Прямиком из Москвы! Давно так держал, да! Так это еще не все! Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории! Всего ничего, правда? А взамен верховное командование нас щедро потом отблагодарит! Пойдем, покажи кое-что интересное. Ребятки, я такой херни в жизни не слышал. Это пыль доконает. Не знаю, что за полковник и кто ему сказал, что у нас тут плохи пальцем деланные живут. Но такие шуточки ему даром не пройдут. Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть.
толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Я буду дальше следить за вышками, а ты решаешь, что делать дальше. Как же хочется смыть с себя песок. Быстрее бы убраться из этой пустыни. Если собираешься в порт, на крыше как раз канатка в ту сторону. Ты поаккуратней там, ладно? Артём, у меня Дамир на связи. Садись, я быстро. Ох, и метёт! И песок везде, чтоб ему! Ты напасть какая! Хорошо, конец связи. На хорошие новости! Артём добыл карты! Молоток, Артём! Супер! Ой, как же здорово! Сергей, приступай! Я тоже подключусь. Данных вот, много. Попей. Чем скорее разберемся, тем лучше. Карты у нас, теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьезная проблема. Нужна вода и для Авроры, и людям, сам видишь. Степан, князь и Алеша уже выбыли из строя, сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном, но его условия неприемлемы. Гюль рассказала, где источник, но он, естественно, охраняется нефтяниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артём, как будешь готов, выдвигайся на встречу с Дамиром. Ваша задача – любой ценой доставить воду на Аврору. Удачи, Артём. Мы все рассчитываем на тебя. Крест, как там погодка? Буря, кажись, вышла вся. Я на пост. Отлично. Артём, пока тебя не было, я доделал для Тихаря еще одну штуку. Можешь установить, верстак тебя ждет. Ну как, патрончики опробовал? Должны работать отлично, все-таки нефть вокруг. Священному пламени наверняка понравится. Что-то неважно я себя чувствую. Как-то... А я ведь еще в порядке. Сравнительно. Думаю, дня 2-3 мы еще протянем так. А дальше... Вода нужна, в общем. Позарез. Такие дела.